Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.me. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 30 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Объясни, как составлены примеры каждого столбика, используя слова слагаемое, сумма. Выполни действие. Первое слагаемое 6, второе слагаемое 3, сумма 9. Первое слагаемое 3, второе слагаемое 6. Сумма будет также 9, потому что от перестановки слагаемых сумма не изменяется. Первое слагаемое 7, второе слагаемое 2. Сумма 9. Первое слагаемое 2, второе слагаемое 7. От перестановки слагаемых сумма не изменяется, она также будет равна 9. Первое слагаемое 9. Второе слагаемое 1, сумма 10. Первое слагаемое 1, второе слагаемое 9. Сумма будет также равна 10. Первое слагаемое 6, второе слагаемое 4, сумма 10. Первое слагаемое 4, второе слагаемое 6, сумма 10. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.